Продукция кондитерской фабрики «Глобус» успела полюбиться многим жителям страны. За два десятка лет компания реализует свою продукцию в 22 тысячах розничных точек России и СНГ. Сегодня сладкое производство посетил Сергей Морозов. С руководством фабрики глава региона обсудил техническую модернизацию площадки. Здесь трудится около 800 работников, то есть это и работник, который проживает в самом новом городе Новоульяновске, в городе Ульяновске, в близлежащих селах. Поэтому мы сегодня рассмотрим вопрос не только объем производства, эффективность производства, но и то, как людям работать, условия труда. На фабрике функционируют три цеха, где продукция выпускается по разным направлениям. Основные – сдобные продукты, карамель и шоколадные изделия. Сырье у нас используется только в соответствии с ГОСТ. Мы контролируем, у нас организован входной контроль сырья в лаборатории всех видов сырья. Затем сырье поступает на предприятие, где проходит весь процесс от растаривания, просеивания. Далее идет технологический процесс производства уже конкретных видов изделий. В планах «Глобуса» запуск новой конфетной линии и модернизация устаревшего оборудования. На эти цели заложено 250 миллионов рублей инвестиций. Еще 100 миллионов будет направлено на улучшение условий труда. Директор фабрики отметил, что с открытием новой линии будут созданы дополнительные рабочие места.